Ответственность за теракт в Дагестане взяла на себя ТИГИЛ. Напомню, взрыв прогремел накануне рядом с контрольно-пропускным пунктом полиции. В результате один из сотрудников погиб, другой был ранен. Напомню, водитель авто не подчинился требованию полицейских остановиться, а когда стражи порядка пустились в погоню, нарушитель подорвал машину. Взрыв был такой силы, что установить марку машины и число пассажиров в ней практически невозможно. Отмечу, это уже второй теракт в Дагестане за последние сутки. Ответственность за первое нападение также взяла на себя ТИГИЛ.